Приветствую всех на канале Бажениты, Омская область. С вами я, ее ведущий Влад. Сегодня 10 июня 2019 года. Нахожусь на объездной дороге, значит, возле РП Саргатская. Значит, по правую сторону это находится, значит, у нас речка Саргатка, подходит к объездной дороге. Под дорогой лежат две трубы, и там происходит водосток, сброс воды. Сейчас я пройдусь и покажу, какой темп и какое течение. Саргатчане спрашивают, откуда вода в подполе, откуда вода в речке. Вот, пожалуйста, посмотрите, другие области тоже посмотрите, откуда взялась вода. Это вода в ваших подполах. Тут близко подходить даже опасно, можно упасть. Вот вторая труба. Такой поток, что аж пенится. Сейчас я с другой стороны зайду, чтобы видать было хорошо. Речка полная воды. Видно, да, какое давление? А сейчас я на другую сторону дороги перейду. Рано весной я тоже снимал это же место. Еще снег лежал, вода только-только начинала идти. Здесь видно, что как идет вода. Чистили ли трубы. Подходила, видать, лавда. Уровень воды поднялся, оторвала камыш, который плавал. Лавда называется. И вот администрация чистила. Ну, конечно, не сами, нанимали людей, занимались. Здесь огорожено, потому что близко подходить просто опасно. Сейчас это ко второй подойду трубе. Течение сумасшедшее, давление сумасшедшее. Тут елки-палки. Наверняка спросят и поинтересуются, откуда же столько взялось воды. А вы посмотрите мои прежние репортажи. Когда рано весной, ну как рано весной, снег уже сошел, уже было тепло. Вроде бы зима была малоснежная. Дождей не было. А сейчас прошли настолько сильные дожди, что вот, слушаю радио, синоптики передают, что за последние 10 лет произошло максимальное увлажнение почвы. И все осадки стекли в ближайшие речки, по речкам, речушкам, ручьям, озерам. И все это пришло сюда, вот в эту вот реку. Река была маловодная, а сейчас она стала полноводная. Вот эти вот грунтовые воды разрушают очень сильно внутрирайонные дороги. Вечером, если будет возможность, я покажу, как дорожники подремонтировали дорогу. С утра они пригнали технику и пытались ее ремонтировать. Ну, увлажнение очень сильное. Вода получилась, что идет под асфальтом. Большие грузы проходят, дорога вздувается. Пытается что-то делать. Пытается. Ну, вечером посмотрим, что они там сделают. Ладно, до вечера. Интересно же. Стояла мост и вода проходила, а сейчас там трубы тоже лежат. И вот до туда дойдет вода. Здесь это в Морозихином мосту получается? Да, там, мост. Там типа дамбы, что ли, получилось? Ну, такое, там, да? Сделали тоже дамбу такую, там провали, что и трубы так будут, а там не справляется. И нас тогда вот весной здесь трубят. А там где-то прорывают плотину дальше. И вот дальше по Саргатке найдет речка, там вот уже в колхоз, вот она там у нас Ломинцева береговая, там она бывает ленточкой, одна грязь. Ну. Получается, что вода только в этом месте поднялась? А дальше уже свободнее. Дальше она стекает куда-то, там она уходит, потому что плотину прорывает там, и она уходит, вода. Ну, я, например, еще и ладно, пускай она, конечно... А вы на Луговой положили, получается? Я вот на Луговой. Ну, вам, конечно, опасно это. Ну, у нас-то затапливают, вот это болото здесь, вон огороды пустые, все заросшие травой. Конечно, там не заехать, не спахать, не посадить сейчас ничего. Никого, сейчас все там залито, все стоит, топи, все, кто садил. Я, например, вообще ничего не садила, никакую. Ну, конечно, посадишь. Потому что из-за болота тоже мужики
что говорят, вот тут еще одна труба есть, вот оттуда с болота, как бы вот сюда вот она должна идти, что надо как-то спустить вон ту воду сюда, чтобы она в речку шла. Ну, это к администрации, это же сложные гидротехнические сооружения, ну, там со самим никак здесь да нельзя будет, не сделать. Что будет. Ну, в общем, конечно. А вы знаете, почему она стала запах иметь? Вот сейчас не слышно. Как только маленькая вот зима, там страшный запах сероводорода или каких-то вот навоза видать какого-то. Ну как она застаивается? Она прет и прет, а запах, что за запах? Озерный запах. Из глубины откуда-то, наверное, оттуда вот приносит. Никогда запаха не чувствует. Спасибо вам большое. Ремонтирует дорогу в нашу сторону. Сейчас посмотрим, что они там делают. Сегодня утром еду из села в райцентр. Да и проехал у Русова километра 3-4. Тут такое место, ну, такое нехорошее. Болотина такая. Переходит в речку, переходит в болотину. И получается так, что под дорогой идет вода. И в одном месте дорогу так размыло, и большегрузами дорогу так раздавил, что проехать невозможно. Еду, блин, как раз ночью дождь был, грязище, дороги не видно нифига, где проехать невозможно. Машина вроде большая, а низкая. Ехал, как скребанул, блин. О, скребанул аж бампером, ну думал, сейчас сломаю. Но нет, вроде проехал. Еще маленько проезжаю, метров 100, смотрю, блин, техники полно на дороге, дорожники стоят. Камеру не взял, пойду, думаю, поговорю. Спрашиваю, мужики, можно я вас поснимаю? Как вы работаете здесь одно, другое? А не кто? А там был мастер участка. Или бригадир он. Кто, что, для чего, зачем? Ой, нет, не надо. Сейчас ты только нас снимешь, что-нибудь скажу, меня с работы уволят, всем выговор дадут. Я говорю, да елки-палки. Ну покажу, что вы работаете, принимаете какие-то меры, хоть что-то делаете. В меру своих сил и возможностей. Асфальт не дают, так хоть что-то сделаете. Сейчас будет, сейчас машина подъедет. Вечером приезжай, посмотришь. Но, говорит, говорить ничего не будем. Аж не хотят даже разговаривать со мной без камеры. Отворачивается и говорит в сторону, в лес. Ну, сейчас вот я еду вечером. Молодцы, дорогу подремонтировали. Все-таки ж перо, или в данном случае средства массовой информации, имеет огромную силу. Стоит только рассказать, показать, и движение, подвижки какие-то есть. Спасибо мужикам, что они сделали. Спасибо главному инженеру, что периодически ездят и смотрят, где проходят провалы по дороге. Ну вот они тут насыпали гравий, грейдерами прошли, выровняли. А так на легковой вообще невозможно было проехать. И получается здесь так, что вот она дорога вроде как высокая. Вниз отошел, и вот здесь речка проходит, болотина. Видать, проехать невозможно. Подсыпали они щебеночки. Вот в этом месте. Ну, хоть какое-то время можно будет ездить. Не до асфальта, хоть бы ездить можно было. Вот сами посмотрите. Я не просто так показываю воду, что идут грунтовые воды и, значит, идут с другого района. А вот эти грунтовые воды, они уже перешли в речки, в озера, и они очень сильно размывают дорогу. Вот можно так посмотреть, что делается с дорогой, с проезжей части. Вот они тут елозили, равняли. Ну нормально, ехать можно. Пусть не асфальт, гравий, но какое-то время продержится. Лишь бы не ездили большие грузы. А то нагрузят, бог знает сколько. Полный КАМАЗ с сторощенными бортами. То дрова везут, то зерно везут. Ну понятно, им работать надо. Ну хотя бы в то время, когда дорога очень мягкая, хотя бы немножко время подержали. Что интересно, вот дорога. Чуть только с дороги немножко съехал. Вот сейчас покажу. Все, 20 сантиметров от профиля, вот кустарник. И там уже целое озеро. Даже не болото, а озеро. Вода так близко подошла к твердому покрытию, что оно постоянно проваливается.
Подписывайтесь на мой канал. Пишите мне. Обращайтесь с просьбами, пожеланиями. Постараюсь выполнить все ваши заявки и заказы. Кому было интересно, ставьте лайк. Ну, а кому нет, ставьте дизлайк. Всем пока!